Добрый день, вы находитесь на канале «Спортивный дед». Сегодня вторая часть моей трансформации. Я вам покажу сегодня, что происходит со мной по происшествию где-то полутора месяцев, как я набираю вес. Ну и какие-то аспекты немножко расскажу, что я ем, сколько раз в день ем, что на это трачу деньги. Так что смотрите. Ну, вот что со мной происходит. Это прошло полтора месяца. Вес я покажу дальше. Я ни в коем случае не претендую там, что говорю, что я какой-то там дикий спортсмен. Нет, я просто показываю, что можно добиться 42 года. Мне сейчас на данный момент 42 года. И призываю попробовать это других. Лето я худел. Худел до 77, до 76. Всю зиму я сейчас постараюсь набирать, ну, достаточно буду набирать, но буду набирать жирком, потому что чистыми мышцами, как кто-то говорит, что невозможно набрать. Так что все смотрим. Занимаюсь я сейчас в спортзале Колизей, который на Щерса открылся рядом с домом, поэтому и начал заниматься в этом зале. Посмотрим, сколько я сейчас вешу на данный момент. От начала трансформации прошло, получается, полтора месяца. восемьдесят восемь четыреста. Но минус 2 килограмма. Минус 2 килограмма. Это штангетки и получается одежда, получается это тогда 86 400. Вот 86 400, это набрал я за полтора месяца. Ну, набрал почему быстро, потому что в свое время я был 90 килограмм до того, как похудел, поэтому вес до моей нормы сейчас вернется, я так думаю, быстро. Сегодня мы проводим тренировку груди и трицепса. Я немного покажу, что делаю. Делать я начинаю всегда сверху груди. Делаю гантелями, потому что гантелями я больше чувствую, штанга не так. Поэтому базовые упражнения. До конца руки, вы посмотрите, я не свожу вверху, чтобы грудные мышцы не расслаблялись, не включался трицепс. А что еще? Работаю сейчас с легкими, небольшими весами, не с легкими, средними, так как от весов отошел. Работаю на 10 повторений. Спросите, что за штучка у меня тут на шее. Это диктофон, микрофон беспроводной. Так как на всех камерах звук плохой, кто снимал, тот знает. Вот я приобрел отдельно микрофон такой. Стоит, кстати, недорого. Всем, кому интересно начало моей трансформации, можете досмотреть, ссылочка будет здесь или вот здесь. Ну, дальше мы после наклонного жима гантелей делаем горизонтальный, все так же гантелями. Делаю я три рабочих, не получается разминочные, не считаю. Здесь уже разминки не надо, сразу делаем
разминочный, где-то подходит 3, да, горизонтально 3. Не сделал 10, потом подустал, добавляем вес. Весов я давно отошел, раньше тоже, как и все придурочные, ну, в хорошем смысле этого слова, тягал там силовые на 5 были, ну, для моего веса более-менее, работал 45 килограммовыми, в свое время даже полтинничек пробовал, а сейчас нет, сейчас работаю на 10. Потому что у меня от таких на 5 мясо точно не растет. А мне сейчас своя трансформация, нужно мясо. Ну и травм много. И плечо, и локоть, и колено, связки порваны. Поэтому возраст. Третье упражнение в нашем комплексе — это хаммер. Наверх груди. Очень мне упражнение это нравится. У меня вообще-то так должно быть сегодня отжигание на брусе. Я чередую постоянно базовые упражнения, разные совершенно. Прихожу, думаю, сегодня я это поделаю. На следующий день прихожу совершенно другое, чтобы маленько разными углами мышцы работали. Наверное, некоторым интересно, что у меня в бутылке такого мутного, положу я. А у меня там, сам я делаю дома изотоник, как-нибудь покажу, что там. А там всего лишь глюкоза, аскорбинка и натрий, это все небольшие пропорции, потом расскажу. Пью я, выполняю водно-солевой баланс в организме. Грудь я делаю вместе с трицепсом. На трицепс будет 2 упражнения. Это французский жим стоя, одной гантелью. Упражнение французский жим с гантелью. Мы нацелим на длинный пучок. Самый большой на трицепсе — это длинный пучок. Есть трибучка. Длинный, не помню, как называется, сюда и внутренний, да? Это на длинный пучок. А второй упражнение мы поделаем на тяга ниже. Он идет на другой пучок трицепс. Поэтому разнообразить свое упражнение, чтобы прокачивать все три пучка. Я уже говорю. Кстати, о питании. Сейчас на данный момент я питаюсь 6 раз в день. Это могу рассказать, какие приемы пищи у меня утром. Это овсянка, грамм 70-100. Дальше где-то через 1,5-2 часа я ем отваренные яйца, 5 штук. Ну, с каким-нибудь салатиком там, в основном с капустой. Что еще? Так, третий прием пищи — этого у меня практически одно и то же ем. Это гречка, грамм 100, или курица, мясо где-то грамм 150, или индейка. Это третий прием пищи. Четвертый прием пищи у меня —
опять идет или такой же, гречка или рис с курицей. Да. И пятый прием пищи у меня идет опять 5 отварных яиц. Опять же с каким-нибудь салатиком. Это 5 приемов пищи, да? Шестой прием пищи у меня творог, ну, грамм где-то 250 сахарозаменителем на ночь. Ну вот это получается 6 приемов. Можете посмотреть, сколько я цену ставил, сколько, не так и много. Вот, кстати, это я говорю своему другу с Иркутска, Роме Гвоздареву, который на днях мне сказал, что это дорого. Но посмотрите, какие цены я вот вам примерно озвучил, сколько у меня выходит в день, я употребляю. Да, и бывает еще седьмой прием пищи, это я протеин, если не успеваю поесть, или это, или после тренировки у меня еще прием пищи, еще протеина, сыра точнее. Далее у нас идет в конце уже, получается, упражнение на пресс, 3 подходика и 2 подходика планки. Я делаю дважды в неделю планку обязательно, кроме пресс качаю тоже 2 раза в неделю, кроме тогда, когда я качаю ноги. Когда ноги качаю, я пресс не качаю в этот день. Делают многие неправильно, получается, прогибает поясницу. Вот когда вы полностью разгибаетесь, почему я поднимаю ноги? Потому что у меня в этот момент прижата поясница, пресс не расслабляется. Если вы ноги ставите на пол, у вас получается прогиб поясницы. Вам нужно просто таз немножко приподнять, чтобы поясница была прижата к полу.